22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. День начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби. Торжественное мероприятие по чествованию участников войны прошло в Ильском доме культуры. В нем приняли участие работники администрации, члены Краевого и поселенческого совета ветеранов, волонтеры Победы и ветераны Ильского городского поселения. С благодарственной речью выступила заместитель главы Северского района Светлана Зубко. Это наша великая история, это наша жизнь, наша Родина. И, конечно же, от всей души пожелать вам здоровья, потому что сегодня для вас самое главное, чтобы здоровье было с вами. Всего вам самого доброго. На мероприятии показали документальный фильм о вероломном нападении немцев на Советский Союз и начале войны. После дали слово ветеранам. Каждый из них рассказал о своих годах службы. Мишарин Николай Петрович в годы Великой Отечественной войны выполнял функции разведчика, обнаружил и привел на допрос немца. Ежова Екатерина Борисовна, труженица тыла, с 14 лет трудилась токарем во имя Победы. Чаленко Григорий Георгиевич был призван на фронт в возрасте 17 лет. Приходилось воевать с бандеровскими бандами, румынскими, которые скрывались множество по лесам, по деревням. И таким образом нас бросали в разные точки. И дошли мы таким путем до Болгарии. Каждый участник мероприятия мог задать ветерану вопрос. В честь ветеранов солисты Ильского дома культуры исполнили песни военных лет. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. В конце встречи все герои войны получили цветы и памятные подарки. На данный момент в Северском районе осталось всего 32 участника Великой Отечественной войны. Но события тех лет не забыты. Они всегда будут живы в памяти и сердцах поколений.